столице Верхнего уже продолжается капитальный ремонт зданий 15 и 17 школ. Еженедельно в рамках инспекционной поездки ход работ проверяют члены проектного комитета администрации Твери, глава города Алексей Огоньков. Школа номер 15 уже почти готова и выглядит как новая. Третий этаж полностью отремонтирован. Здесь даже начали расставлять мебель. В холле второго этажа возле спортзала скоро появится стеклянная стена. В этом месте для школьников организуют зону коворкинга. Почти готовы кинозал и столовая. Заканчивается облицовка главной входной группы, косметический ремонт некоторых кабинетов, монтаж сантехники и слаботочных систем. На 15-й школе, да, рамочный проект, проводятся работы. В настоящее время третий этаж уже завершен. Проводятся работы по ремонту кабинетов и холла второго этажа. Также первый этаж, в том числе входная группа. Напомним, ремонтные работы проходят в рамках государственной программы развития образования и федерального проекта «Новая школа». Первыми объектами в Твери, вошедшими в программу на 2022-2023 годы, стали две средние школы в Заволжском районе города. В рамках проектного комитета мы сегодня проводим инспекционную поездку. Смотрим два объекта, которые у нас ремонтируются по программе, федеральной программе капитального ремонта школ. Посетили 15-ю школу и сейчас на 17-й школе начальной. Здесь тоже, как вы видите, делается ремонт фасада, ремонт кабинетов. Эти два объекта у нас должны быть введены 1 сентября. То есть дети уже должны здесь пойти в школу. Пока каких-то рисков мы не видим, хотя работ еще достаточно много. В здании школы номер 17 на улице Красина, где располагаются начальные классы, выполнены демонтажные работы. Заменены аварийные балки и система отопления, ведется ремонт фасада, замена электропроводки и устройства подвесных потолков. В здании средней школы на улице Мусоргского в настоящее время идет замена системы отопления, ремонт и облицовка полов и стен, отделочные и электромонтажные работы.